К концу близится первый месяц нового года, а вот четкого плана по капитальному ремонту ярославских домов до сих пор нет. Известно, что на финансирование из федеральной казны сейчас особенно рассчитывать не приходится. Сколько домов из обширного перечня удастся доделать, а сколько продолжат кочевать из года в год? Это пытались выяснить в администрации Заволжского района Ярославля. Снежный ком. Именно это выражение относительно ситуации с капремонтом чаще всего звучало на заседании в Заволжской администрации. Причиной недовольства в очередной раз стали итоги ремонтной кампании прошлого года. Так в Заволжье из запланированного воплотить в жизнь удалось только чуть больше половины. В других районах еще меньше. Обсуждение причин такого зависания вылилось в жаркую дискуссию. Эта волна там за 2-3 года без серьезных изменений организационных или там, я не знаю, в чем причины эти финансовые, организационные, то она приведет к определенному коллапсу в этом вопросе. Одной из основных палок в рабочем колесе машины под названием «капитальный ремонт» в фонде видят в дефиците необходимых квалифицированных кадров. В первую очередь не хватает проектных организаций. Нам пришлось с листа решать эту программу. Если бы мы еще дальше зациклились на этих проектных работах, то процент реализации программы еще был меньше. Представители городских хозяйственных служб причину фиаско капремонта видят и в сырьевых рабочих этапах. Без них не обошлось и в конце прошлого года. Чтобы успеть начать ремонт раньше и успеть больше, документы для составления плана домов были подготовлены еще летом. С тех пор все застопорилось. Когда была создана рабочая группа на уровне области для того, чтобы рассмотреть проблематику, депутаты областной думы и правительство области согласились с тем, чтобы утверждать краткосрочный план через Думу. Получается таким образом, что до сегодняшнего момента у нас план не утвержден. А значит, новый сезон ремонта снова будет стартовать с серьезным опозданием. Еще одно «но» – практически нулевая поддержка федеральной казны. Основной панацеей специалисты сейчас считают переход домов с общего котла на спецсчет. Наш дом был запланирован по плану 32-33 год. Но так как мы являемся на спецсчету, мы подали документы в фонд капитального ремонта, узнали, сколько у нас денег на нашем счету. Но у нас было накоплено 400 тысяч рублей на доме. У нас 320 тысяч где-то встало. Это замена холодных водоснабжения. Мы им выполнили этот свой вид работ по капитальному ремонту и не ждали 32-го года. Взять судьбу ремонта своего дома в свои руки сейчас актуально в основном для больших домов. Именно многоподъездные многоэтажки способны сами накопить существенные суммы. К тому же процесс перехода с общего счета на специальный теперь упрощен и ускорен до 3 месяцев.